Службы и ведомства городского округа Люберцы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Текущие вопросы обсудили в администрации на очередном заседании оперативного штаба. За неделю было 2000 обращений граждан. По данному обращению возбуждено 34 уголовных дела, 29 раскрыто по горячим следам. Также было совершено 145 ДТП. Люберецкие стражи порядка продолжают работать в усиленном варианте. Наступление жары к задачам полицейских добавило дополнительную нагрузку. Охрану общественного порядка у водоемов. Пожарным на минувшей неделе пришлось ликвидировать 3 возгорания. Все они произошли в Люберцах. 10 июня, 17:42, поселок Малахов, улица Шоссейна, дома 40, горел автомобиль «Лада Приора», рабочий 5 квадратов, страдавший. В содержании городских и дворовых территорий на прошлой неделе задействовали почти 1000 человек и 96 единиц спецтехники. В округе продолжают ежедневно дезинфицировать детские и спортивные площадки. Ведутся работы по покосу травы. Продолжаются работы по ямочному ремонту на дворовых территориях. Выполнены работы по опиловке 17 деревьев. По 5 адресам демонтированы незаконно установленные объекты. В Люберецком округе полным ходом ремонтируют проезжие части. В этих работах, а также содержании городских дорог, участвовали 84 рабочих и 22 единицы спецтехники. В рамках летнего содержания автомобильных дорог подрядными организациями в ежедневном режиме проводились работы по уборке подземных пешеходных переходов, уборке мусора, восстановок общественного транспорта и заездных карманов. В службу 112 на прошлой неделе поступило более 10 тысяч обращений граждан. Все ее сотрудники также работают в усиленном режиме. Анна Троян, Валерий Абсолямов и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.